Эй! Эй, девушка! Эй, я твой рот не целовал, если ты... Я твой рот тебе не нужен, отойди. Смотри, ты только вышел, одна минута, он уже здесь. Эй, я тебе знаешь, что скажу на самом деле? Если ты в натуре порамсить жестко, да? Поцелуй его рот, я тебе могу сказать. Верни мне женщину. Убери этого человека. Убери этого человека. Да-да, можешь, иди. О, девочка, это выходи со мной свидание делай. Гулять будем. Ну ладно. О, это что у тебя здесь такой большой? Арбузы. Арбузы? Я твой арбуз целовал. Я еще не целовал. Я твой арбуз целовал. Олег, не целовал. Если не будет. Еще. Танька. Выходи гулять. Ты снежком будешь сейчас кидать. Я обещаю, не буду. Я буду просто вкидывать тебя снег. Всыпать, вливать. У меня уже вся одежда мокрая. Это что такое, блин? Тирин-тирин. Да, мы ненормальные люди, мы в разных комнатах общаемся в эфире. Нам же 24 часа вместе мало, да, Валя? Очень мало, Анечка. Мне тебя реально не хватает. Ты уже скучаешь? Как только выйдешь из прямого эфира, позвони мне, пожалуйста. Я давно не слышал твой голос. Ты вышел минут назад из дома. Хочешь такие же брови, как у меня? Хотя они у тебя такие же. Я твои арбузы целовала, теперь это празднуешь? Я читаю просто ее сейчас. Анечка, я сейчас выхожу из прямого эфира и иду целовать твои арбузы. Жди меня. Я сейчас тебя поцелую. И там давай, жди меня. Иду целовать твой арбуз. Нет, иди давай. И там оставайся. Ай, чокнутый. Иду целовать твой арбуз. А ты... А, все уже? Да. Он пришел целовать мои арбузы. Я арбузы целовал. Да. О, вот, опять, да? Совокупление идет? Совокупляться, да? Ну ладно, давайте. Давайте, совокуплять. За цветочки можно и дать. Да? Да, я не прав, и за это ты меня прости. Я сгоряча, но не со зла. А вы что, реально этого? Нет, они нет. Да нет, да? Реально собираются. Волшебнички идете? У них, мне кажется, они скоро будут так говорить. Все, 15 минут. Там не будет ничего родного. Вы заселяетесь сейчас? А вещи я принес или только цветы? Вот да, ответьте мне на вопрос. Как вы думаете, получится у нас пара с Валерой или нет? Ну ты прям решил, сейчас эфир не очень. Подожди. А, как я знаю, Сережа не общается больше с Лешей, не общается. Не знаю, ну, по крайней мере, мне так говорили. Как филиал для России брал? Да, два месяца мы без выезда. Братка, тебя в сторону. Абсолютно пока еще. Ты в билет? Серьезно? Покажи! Ну покажи, так прямой эфир, покажи свое новое белье. Покажи. Лен, ты не в тему, она говорит, получится, моя подруга. А, совсем другое? Лен, твой голос не считается. Как вы думаете, получится у меня? Подруга тебя лучше всего знает. Валера или нет? Валера классный или красный? Я не могу прочитать правильно. Меня ты адом напоила. С Владом, да, мне хорошо? Каким огнем меня... Влад, иди сюда, тут голосование. Вот так, вы сейчас доиграете с меня. Завтра будете все под эти сидеть. Честно говоря. Кто? Мы должны оставаться. Голосуйте, голосуйте.
Видишь, как я подошел, братан, такие смайлики, понял? Не, это я когда подошел. Не-не. Ты когда подошел, когда подходил, там уже писали, пусть не подходит. Так, ну что, за кого голосуем? Валера или Влад? Пишу, Владом. Давай, с Владом. Валера, не упусти красотку. Красавчик, красавчик. Саша уже захватил. Чёрткой спорта. На самом деле, с Валерой, гораздо ей лучше будет. Объясню почему. Потому что первый. Взрослый. А кто первый? Влад, прости. Валерий. Ну все, давай целоваться. Нет! Ну надо, зритель просит. Нет! Это не я просто, это не просто. Совершенно правильно отвечаю. Ты Валера. Валера. Вот. Все. Я твой арбуз и целый здесь. Ты же полез. Потому что ты здесь лишний. И вот вернулся я. А я с вами не согласна. Жить, мой сын родной. А, Влад стрёмный, нечестный. Тебе я не согласна. Не то я. Ты говоришь, в смысле? Мне надо сказать, согласна? А? Тут пишет, Влад нечестный и что-то там стрёмный. Я сказала, я не согласна. Ты говоришь, что ты говоришь? Слова Масидина. Эй, ты... Я такой белый самошел. А, да, белый самошел. Эй, ты, Джана моя. Влад тупой, а Валера классный. Так какой он тупой, умный парень, просто вы его не знаете. Клоун. Это, скорее всего, про меня. Валера не вздумал быть носатый. Передумал. Сколько у вас времени? Сейчас мы. А что, Влад тупой? Что за глупость, а? Эй, ты, Джана моя. Влад. Валера, вай-вай, первый был Валера. Мой Мерседес и Влад. Туалеты любит. Влад тупой. А ты что-то подраз зачитаешь? Нет. Валера красавчик, Влад красавчик, все красавчики. Тут нет, а Влад красавчик, это он написал. А-а-а, сейчас я тоже напишу, подожди. Там прикол, первый раз хороший комментарий про роман, и пишет это Влад. Влад бомба. И вот вернулся я домой, ко мне бежит мой сын родной. Самый честный пишет Влад Иванов о себе. Слышал, Александр. Сегодня заселил Влад. Опять, это только ты писал, кстати, Влад. Я знаю. Ну, хоть должен же кто-то поддержать. Анют, ты классный, любите. Влад классный, Влад. Валера, Валера, хватай, Аня. Аня, слушай. Влад дубовый. Федя. А Федя-то при чем? Там Влад, Валера не подходит. Ну да, тут я соглашусь. Валера 100% не соглашусь. Я соглашусь с тем, что мне нужно... Влад. Почему-то пенсии. С Валерой. Я говорю, Чехову, не читай твою книгу, она тебе вообще не нужна. Тебе должна другая информация. Ты читаешь не для знаний, а для словарного запаса, правильно? Тогда тебе нужно Чехова взять. Я ей тоже читаю. Принесу. Да? А эта книга, это того, знаешь, это не для словарного запаса. Она там она научная, но это другое. Не, она крутая, да, согласен. Но, именно, читаю, но если именно для словарного запаса, я именно Чехов нужен. Это идеально. Читаю, если не можно. Все. Небольшая сумма вложений и можно. Каким? Я реально заплачу. Да ты что, гонишь, что ли? Просто 30 рублей скинешься. Почему? Вот смотри, я подхожу. А, мне тоже лицо меньше становится. Спасибо. Только у меня, видишь, ты неправильно поставила маску. У меня вот здесь меньше становится, а не здесь. Что я буду делать без тебя? Пропадает молодость моя. Я хочу вернуть чайчицу, а вы вообще там ку-ку похожи. А ты прямо на все сообщения так реагируешь? О, Бехан, ассаламу алейкум. Видишь, Валера 100%, это мой друг. Ну, понятно. Но мои друзья меня знают. Целую его. Так кто, Лена пишет? Лена, ты что, вообще кукукнулась? Леночка, здравствуй, дорогая. Большой тебе привет. Ну, проси, она просит. Она просит, тяжело отказать. Ну, блин. Какая хитрая. На камеру не хочет, а так без камеры. Что ты обманываешь людей, блин? Все, я же ни разу не целовал, что ли? Нет. Ладно, Аня, вы что-то целовал, вы все видели на лобном. Вы что, прикалываетесь? Да, отстань. Врет, значит. Все. Тем более. Тара-тара-тара-ри-дарай. Так. Валера с тобой отволшебничает, бросит тебя, это вранье. Это правда. Так что я нет. Я хоть раз тебя как-то обидел, хоть раз. Пока нет. Чего ты о плохом думаешь? Думай о хорошем. Так, и понятно. Больше. Доченька у меня улетает, друзья. Я за ними полететь не могу. Захар. Ой, а что ты написал? Аня, читай, что я пишу. Ну, извини, дружище.
Так. Ну вот просит, засоси, засоси. Ну что? Да он не меня просит засосать. Сколько? 260 человек? Мне интересно, как вот у нее 500 и полляма, а смотрит все 300 людей. Так у нее было 100 человек, пока не дошел. Что было? Сюда Валера не пришел, у него было больше. Захар Сиан. У меня... Ты не давай ему, я не даю ему, не дам ему. Никогда в жизни? Никогда в жизни. Только Петя. И без Пети, Петя в гости не придет. Сюха топ. Топчик. Понял? Кто с топчиком встречается? Слышь? Ксения мозг встречается с топчиком. Схерали. Валерчик, это топ. Это мне без разницы. Мне сказала тебе, ну, готов найти свою любовь. А-а-а, Зенит Пухи. Топчиком. Жопчиком. Ксюня, ехай. Салам алейкум. Мне кажется, топовым участком. Ну, маски какие-то юродские. Взыви мне лицо какое уродливое. Это не маски, это фильтр это обычный. Это и ты в жизни такой, господи. Братан, у тебя в жизни страшнее. Я тебе хочу сказать больше, у тебя такой фильтр с рождения. Да, не, я знаю, вообще какой-то, да. У меня тоже. Я вообще стал на заключенного похож. Перебитая переносится. Такой, я не слышу, что кого-то надо богаться. Давай лазить меньше надо. Че? В массы не с этого дня вообще... Наташ! Наташ, Захарова уехала. В смысле, попасть. О, смотри, теперь ты Саня, да, Саня. Шучу. Ну, я же привыкла. Наташа, увидимся во вторник. Ты пишешь. Чё-чё? Дай, дай, дай. На больше ума не хватает. Черный юмор это когда острый юмор. И он даже завуалирован, как-то я. Ты что такое напряженное? Читаю. Читаешь? А ты можешь разговаривать? Ну там нет таких вопросов. Люди сами собой. А у меня. Куда вы выезжаете? Сережа, у меня во сколько? Куда вы выезжаете? В 9 утра? Ну вы меня же отвезете. Да. Завтра же костюм шоу «Новые лица». Завтра понедельник же. А, да. И вот вернулся я домой, ко мне бежит мой сын. Свобода моя, свобода. Проектная пара «Даже не сосемся», спасибо. Как раз таки наоборот. Валера Ушастик, что, у меня уже торчит, что ли? Так, ну тебя тянет девочкам легкого поведения. Иди себе уже настроен. Вот нашелся. Нашел старый. Наконец-то. Да, Валерий 30, да. И, кстати, я не самый старый. Я не самый старый на проекте. У нас есть люди гораздо старше меня. 7 человек мы насчитали. Да, 7 человек старше меня. Поэтому чего вы на меня... Я понимаю, что я ужасно выгляжу для своих 30 лет, но... Одесса, привет. Так, где... Валера, обними Аню. Ну, люди просят. Ну, а что здесь только уже? Обнимас уже не идешь, что ли? Слышь, мы обнялись. Лера, какие языки знаешь? Арабский, турецкий, азербайджанский, русский, немного украинский, английский, так тоже. Ань, тебе нравится Влад? Нет, не нравится Влад. Уманский еще там, с экрана такой противный, но он и в жизни тоже такой. Так, тебе влюбился. Передай привет ребенку. Матвейке 6 лет. Передаю привет! Лера, помнишь, как ты в Волгодонске брал листву возле НПИ? Вообще, НПИ. Да, да, я помню. Прикинь, люди просто побирались, я подошел, говорю, можно я помогу? Я был в Ростовской области. Ну так, чисто настроение было. Ты тупой азер. Нет, я умный. По крайней мере, так говорят. Аня, потрогайте бороду Валерки. Ну, все, хватит. Хватит. Грузинский не знаешь, не я только песни знаю. Сами дали гей. Так, классно смотритесь. Благодарочка. Так, а Яна с Захаряшем куда-то едет? Нет, никуда нет. Бери свою руку, ушастик. Почему я ушастик? Где у меня обычные уши? Я случайно. Так. Не хочешь кавказскую девушку? Ну, я уже выбрал Ваню. Уже? Ну, уже все. Выбора нет.
Олег, скажи, пожалуйста, Санюша. Санюша, привет. Санюша, привет. Блин, Валера мне нравится. Спасибо. Спасибо. Аня, тебе это не подходит. Согласен. Бей грудью, чтоб наверняка... Уф, Марина, красотка, тебе нужен покруче. Куда круче. Ой, не делай из себя недотрогу. Ну, она такая, да. Это только со мной. Я на... Оу, ты что дерешься? Ну, со мной ты сегодня выёживаешься. Только такая. С тобой? Ну, не может, знаю. Ты всегда такая? Я не видел тебя раньше. Я мне тебя только познакомить. Боже мой! Так. Смотрите, Валер. Я не хочу смотреть, мне не интересно. Подписчикам. У тебя сколько там подписчиков? 873. А, так ты поинтереснее все. Все, давай, Анечку, дай. Почему это? У меня валенок, покажи все мои обувь мощные. Валерчик. Все, рваные джинсы и тульские валенки. Ну, передай привет. Нет, давай не привет, давай что-нибудь поинтереснее. Давай. Давай, споем нашу любимую песню. Несмотря на милое личико, алкоголичка. Зачем ты это значит? Потому что я бухаю. Ну, как и ты. Я вообще не пью. Я поспорила, что мы до Нового года. До Нового года. Как вам Настин акцент? Как вам Настин ужасный акцент?